Если вы вдруг по каким-то причинам еще не привязались к спорту, не любите его, то вот сейчас нужно встать, потянуться и сделать зарядку с нашим инструктором. Он у нас уже в студии, Анатолий Моисеев. Доброе утро, рад видеть тебя. А глядя на то, что у Анатолия в руках сейчас находится, то слово «привязались к спорту» весьма себе символично. Толя, что это такое? Зачем это? Ну, и достанет ли это до меня сейчас? Кнут и пряник в спорте, да. Это многофункциональный гаджет. Так, да, сейчас в нашем мире все многофункциональное. И сегодня мы будем применять его в качестве зарядки, но можно применять его и на огороде, да. И в домашнем. И в 50 оттенков серого его тоже применять. Да, да, и в 50 оттенков серого можно, да, вот как привязать кого-нибудь. Пожалуйста. Можно даже детей пугать, если в школу не хотят идти, сказать, что накажу в качестве ремня. То есть гаджет настолько универсальный, что должен быть в сумочке у каждой девушки. Абсолютно. А зарядка как раз у нас сегодня для девушек. Я уже провел два комплекса зарядок, и вы можете посмотреть на канале «Добрая Раница Беларусь». И сегодня мы приступим к третьему комплексу, который проработает нашу спинку, грудные мышцы, немножко поясницу, а также мышцы пресса. И первое упражнение будет вроде бы легкое, но в то же время и тяжелое. Не каждому дано сделать это упражнение, но его стоит пробовать. Это обычные отжимания, но делать мы будем их в женском варианте и стоя на коленках. Ага. То есть, если у вас не хватает силенок сделать классические отжимания, мы становимся на коленки и отжимаемся. Угу. Просто отжимаемся. А как же наш гаджет? Он пока не задействован. Ну, сейчас пригодится. Он пока нас вдохновляет. Это вот в качестве ремня. Это мотиватор. Надо пригласить кого-то, чтобы кто-то с гаджетом стоял над тобой. Да. Делаешь три раза по 15. Да, можно, да, три раза. Отлично. Кто сильный, может встать на ножки и делать чистые отжимания. Так. Но этот вариант больше подходит мужчинам. Но девочки тоже умеют, если что. Вы нас недооцениваете. Пожалуйста, отжимания в студию, Надежда. Идите, покажите. Знаешь, я в платье и в туфлях. А, нормально. Я тоже в платье и в туфлях. И что? Отлично. Ну. А теперь используем наш гаджет. Так, все. Пожалуйста. Садимся на пятую точку. Так. Спинку ровно. Беремся поближе к нему. И начинаем тянуть к себе гаджет, при этом сводим лопаточки. Ага. Мало кто знает, упражнение вот это появилось еще на Древней Руси. Называется «Извозчик». Оно. Точно. Да? Так и назовем. Упражнение «Извозчик». Вы представляете, если она лопнет, эта резинка? А может такое быть? Да, может быть, если невнимательно использовать гаджет или взять его бракованный. Когда есть небольшая трещинка на резинке, то при большом усердии, когда очень стараются и так хотят потренироваться, он может лопнуть. И тогда, возможно, к вам прилетит щелчок. Но не сильно, не стоит пугаться. Мне кажется, большое усердие у всех случается именно на первой тренировке, когда такой, все, я тренируюсь, а потом две недели у тебя руки так болят, что ты больше не тренируешься. Обязательно два упражнения делаем в комплексе. Так. То есть поотжимались, сразу сделали тягу на спину. Так. И потом следом делаем следующее упражнение. Ложимся на живот. Так. Ручки перед собой и начинаем делать лодочку. Поднимаемся. Поднимаем так. Ручки вверх и ножки. То есть раз. Желательно одновременно. Два. Да. Угу. Три. И желательно не есть с утра. Угу. А сделать зарядку перед едой. Угу. Раз, поднялись. Потом сразу же меняем положение и делаем нагрузочку на пресс. Подтягиваем ножки к себе. Вот. На самом деле любой можно пресс делать. Главное в комплексе с лодочкой. Угу. Я в последнее время, у меня комплекс с лодочкой только в грузинской кухне. Берешь хачапури лодочкой, туда в комплекс еще харчо берешь какое-нибудь и тоже влияешь на пресс. Ну, а я пока поплыл. В сторону. Да, все, молодец, Анатолий. Анатолий, слишком сложно, прекращайте. Если бы вообще как-то можно было худеть, становиться лучше от того, что смотришь, как другие люди занимаются физкультурой. Это сила мысли, да, это возможно. Может такое быть, да? Ну, хорошо, я тоже в это верю. Все, мы уже сделали с тобой зарядку, мы подумали о том, что мы ее сделали, мы с тобой тоже укрепились, похудели, как и наши зрители, которые выполняли зарядку вместе с Анатолием вместе. Анатолий, спасибо большое. Спасибо и вам. Помашите нам, пожалуйста, этим вашим гаджетом, чтобы мы запомнили. Кто не сделал зарядку, тот ее и сделал. Вот так. Роскошно. Все, Толя, отдавай Жене Пежину подтяжки, а мы будем продолжать.